находимся в прекрасном месте Сигулде. Называется Бершес. Это комплекс для свадеб. Сегодня мы ожидаем 50 гостей. Прекрасная свадьба Вероники и Себастьяна. Думаешь, закажешь просто свадебного организатора, а получаешь подругу, которая думает обо всем и чуточку больше. Это успеется минута. И с двух сторон ставим по 25 стульев с одной стороны, 25 с другой. Что-то там слишком у нас прямо. Я всегда стараюсь подобрать декор вот такой, как пара, особенно невесты, потому что чаще всего невесты выбирают, какой декор будет у них на свадьбе. Kā jums klājas? Ļoti labi. Zinām, ka tad, kad tu plāno, vienmēr viss tikai. O, paldies. Šotē. Paldies. Ļoti paldies. Paši. Tiešām. Настя работаю я на протяжении 5 лет. Работа с Настей также доволен, потому что мы всегда можем найти общий язык. Управление Настей очень хорошее, крутое, всегда спланировано, все заранее. Как показал этот сезон, все хотят гулять, и все гуляют. Все свадьбы, которые я помню с Настей, с Бон Эванс, всегда прикольные, классные, всегда клевые молодожены, красивый декор и все на высшем уровне. Приятно всегда фотографировать, огонь. Знаете, классно работать, легко, это вот самое важное, чтобы было легко, красиво и все. Да, и классные фотографии получаются. Никогда не было такого, что я приезжал на проект и понимал, что какой-то форс-мажор возник по отношению там, к моей с диджеем работе, и мы в растерянности, да, то есть все предусмотрено. У нас складывается адекватно, на уважительных, дружественных отношениях, наверное, в первую очередь человеческих. Я провожу так. Или у меня есть майка белая с пиджаком синим под этим брюки, но я спарюсь. Можешь так. Или так. Как тебе удобно, да. Просто потому, что у них будет микрофон, они сами. Хорошо. Дамы и господа, встречайте. Встречайте. Невеста Вероника в сопровождении папы. I have to say, from beginning to end, for us it felt like she's not just delivering a service, but we really had like a friendly relationship with her. Yeah, and I think you also saw that here at the wedding. Сказать, лицевая часть мероприятия – это совсем разные вещи. Гости не видят обычно, насколько много работы вложено, чтобы организовать все от декораций до кухни, до бара. Работаем регулярно, мне очень нравится с ней работать. Это легкая атмосфера как со стороны работников, так и со стороны гостей. Если мы что-то забыли, а если, вот чтобы не было этих, а если, мы для этого здесь. Это лучшее, что вообще могло случиться в нашей жизни, это встретить Настю и просить ее организовать нашу свадьбу. Она... Спасибо ей большое. Настя, ты лучшая.